Рабочий визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Восточно-Казахстанскую область. Насыщенная программа, целый ряд промышленных и социально значимых объектов. За последние годы у нас внедрено 23 новых технологий диагностики и лечения онкологических пациентов. Мы являемся единственными первыми в Центральной Азии, которые открыли мастерскую Лубань. Гибриды семян подсолнечника мы используем благодаря тому, что применяем технологии. Выращивание в зимний период получаем еще 2 урожая, ускоряем процесс селекции, и каждые 3-4 года мы выпускаем новые гибриды. Выпускаем все виды молочной продукции, ассортимент более 100 наименований. Подробности смотрите в документальном фильме телерадиокомплекса президента Республики Казахстан «Токаев. Регионы. ВКО».